Пока город отдыхал на новогодних каникулах, злоумышленники решили потягать тяжесть. Они похитили чугунные крышки из городских канализационных люков. Коммунальные службы своевременно приняли меры по предотвращению возможного травматизма горожан. Изначально они вот были накрыты решетками, потом мне показалось, что там лежали все-таки какие-то крышки люковые. А теперь опять решетки. Принятые коммунальщиками временные меры безопасности не могут на 100% исключить возможный травматизм. Родители также должны предупреждать детей о возможной опасности. Я маму говорила, что надо под ноги смотреть. И пока жители Десногорска смотрели под ноги, в дело вмешалась местная полиция. Личности виновных вскоре были установлены. Сбыть украденное они так и не успели. Вещественные доказательства – крышки люков – приобщили к делу. Так как дело уже перешло на этап суда, то есть полиция может нам, как собственнику этого имущества, его вернуть. По заявлению директора МОП ККП, временные крышки и поддоны, установленные на люках, в ближайшие дни заменят постоянными. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.